Мне не хочется там жить в памяти. Вот тяжесть блокады, голодовки, смерти эти, понимаете, гробы, похороны без гробов, просто замотанные в простыню, в лучшем случае на салазках люди возили все это. Это вот кино «Блокада» есть. Вы знаете, вот даже это кино не передает дух того времени. Вот его трудно передать, вот воспроизвести. Его, ну, надо, ну, пережить, короче. У нас в семье было трое детей. Я, сестра старше меня была на 7 лет, и брат на 7 лет младше меня был. Он родился в 40-м году, ну, еще года не было, значит, на время войны. И что хочу подчеркнуть, вот сестренка ходила в молочные консультации, получала на него молоко. Значит, правда, вначале это было настоящее молоко, потом порошковое, потом это стало молоко соевое. Уже, ну, факт тот, что он получал на 3 раза питание, значит, вот это молочные продукты. Но, к сожалению, он не выжил. А мама работала с сестрой в госпитале и упала. Не то от бессилия, не то от дистрофии, ну, в общем, короче говоря, от голода. И она пролежала в этой больнице до мая месяца. А меня соседка отправила в детский дом. Палаты, где мы жили, там были трехъярусные, двухъярусные койки. Значит, сделано. И, значит, дети в основном говорили о том, что они кушали во время, ну, до войны. Кто пирожки там, кто блины. И вот эти разговоры о еде, они на одних действовали вообще подавляюще, а на других, наоборот, успокаивающе, засыпали люди, ребята. Значит, и вот так проходила жизнь. Я в этом бедприемке прожил, наверное, дней 10. И оказался в изоляторе, чем-то заболел, что ли, и меня перевели в больницу. Я, правда, когда в больницу попал, то меня, значит, там на человек 6 привезли. Значит, детишки остальные даже адреса не сказали, фамилии не знали свою. А меня сестра в свое время научила. Вот такая фамилия, так тебя звать, так родители, такой-то адрес, все, все, все. Я все это сказал, они все записали в карточку. И таким образом я не потерялся как человек, понимаете? А потом в мае месяце, когда мать начала меня разыскивать, из больницы вышла, то, значит, ей сказали, что поступал вот сюда, в детприемник, ну, говорит, ни живой, ни мертвый, нет, ни там, ни там. Он говорит, ищите. А куда? Мы, говорит, вывозили в такую больницу, в такую. Ну, она ходила по больницам и вообще потеряла надежду, что меня найдет. И в конце концов, там была такая у нас соседка настырная очень, она говорит, Марья Владимировна, вы давайте ищите, не должен был он помереть вышел. Он, говорит, еще крепенький был вроде. И действительно, в один прекрасный день идет какая-то старуха вдоль палаты. А палате нас было 60 человек. Представляете, такой круг громадный. Вот, по этому проходу проходит. И в маминой шубе. Самое интересное, понимаете? Я мать в лицо не узнал вообще. А она мимо меня прошла, она видела, что лежат дети, с каждого внимательно смотрела, тоже мимо прошла, не обратила внимания, настолько я изменился вот за эти несколько месяцев. Ну и вот после того, как я увидел эту шубу, я, значит, крикнул: «Мама», она остановилась, подошла, ну тут уже стало ясно все.